нравится здесь? Что понравилось особенно? Аттракционы. Здесь можно кататься на всех аттракционах, и очень весело. Сегодня уже второй раз за этот год городской парк гостеприимно распахивает свои двери для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы проводим благотворительный день и пригласили на него более 500 детей из центров реабилитации и социальной поддержки города Саратова и Саратовской области. Сегодня мы предлагаем им бесплатно прокатиться на всех аттракционах городского парка, а также в кафе «Лукоморье» приготовили для них угощение – сахарную вату, свежие фрукты, напитки, мороженое, булочки и другую разнообразную выпечку. Все это городской парк предлагает детям совершенно бесплатно.